Уральский хребет. Едем в санаторий. Санаторий Кавказ. Вот там наверху поселок, видите? Вот там есть озеро любви. Ой. Вот там, да? Да. А почему так называется? Он сердечком сделан, самодельно сделан. Горное село в Кабардино-Балкарии. На переднем плане мечеть. Вот в такой близости находится наш санаторий. Вот санаторий Кавказ. Окружен со всех сторон неприступными горами. Горный пейзаж. Санаторий Кавказ. На Белой речке, в Нальчике. Вот такая прекрасная территория. Вот жилой корпус. У меня одноместный номер. А это первый этаж. Здесь бальнеологическое отделение и столовая. Очень большая столовая. А вот, смотрите, тает вода. То есть бежит вода. Ручьи. Это уже весна. Тает снег. Вот эти горы. Ой, какие горы. Слегка подернутые такой изморосью. Деревья спят. Но солнце брызжет. Из ветвей яркое-яркое солнце. Ой, как хорошо все. Голубые ели. Барбарис. И все это окружено горами, высокими горами. Это лечебный корпус двухэтажный. Здесь процедуры. Так. Лесной кот, горный кот, весь пятнистый. Настоящий лесной кот. Очень крупный, мощный, сильный. Прыжки у него. Ой, какой. Видно санаторий Кавказ. Среди хвойных деревьев, окруженный высокими горами, стоит этот санаторий со своей минеральной водой. Лечебными корпусами, в которых проводятся процедуры. Там бальнеологический корпус. Минеральные воды Кабардино-Балкарии. На территории целебные воды находится скважина 47Э, Белореченская. 47. В общем, здесь описание этой воды. Хлоридно-сульфатная натриевая вода со слабой минерализацией. Температуры 26 градусов.
используется для бальнеологических целей и питьевого назначения. Вот она сюда выводится, в наш санаторий. Нарушение пищеварения, заболевания почек, центральной нервной системы, аллергические заболевания, суставы. Так, сердечная система. Это бювет нашего санатория. Очень изящная роза. Минеральная вода. На носочки поднялись. Раз. Так, два. Дорогие друзья, вот Леночка раз. Нам проводит занятия. Мы уже закончили, раз. Но для вас два. Вот специально показываю раз. Видео. Вас покорная слуга снимает это на все, да. На пяточку. Еще раз на носочки встали. Раз. Вдохнули. Два. Раз. Два. Здорово. Раз. Воздух прекрасный. Два. Тепло. Раз. Молодец. Ой, какое небо! Ева, голубое! Зал столовой. Санатория Кавказ. Очень уютный, очень большой, светлый. Вот громадный зал. И где очень вкусно готовят. Сегодня такой будет суп. Обед сегодня. Вот суп горячий. Салат из свеклы. И еще второе блюдо я покажу. Несладкий компот из сухофруктов. А мы до этого купили пакет молока. Шурпа. Санаторий Кавказ. Здесь продают и в другом санатории. Третий. Но он должен в списке дать. Это голубцы ленивые. Творожная запеканка. Очень вкусная выпечка на ужин и, конечно же, кефир. Бальнеологическое отделение санатория. Вот такие банны у нас. Минеральные, сероводородные, просторные отсеки.